Всем привет, друзья! С вами снова я, Dragon03. И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Хакер Гракер, и сегодня мы играем в Royal Revolt 2. Да. Да. Что у нас сегодня? Так, я, пожалуй, лучше вебку отключу, то что мешать будет. А в этой игре можно. Что тут можно делать? Строить свой замок, как видите. Улучшать здание, вот, например. Кстати, ребят, посмотрите, какой у него уровень, 42-й. Да, вот у меня 42-й уровень. Тут можно улучшать тронный зал. А, тут делать можно свое поле Альянса. Битвы. Тут можно делать свое поле битвы, типа... Это тут не Влад соорудил. В общем, тут можно... свою оборону улучшать. Короче, развиваться нужно. Чтоб никто не проник. Вот, это, вот такой я. У меня типа еще мишка есть. Тут можно сражаться. У меня свой, вот я свой профиль зашел. С противниками. Есть. Кстати, ребят, у меня какое-то классическое кольцо. Не знаю, что это такое. Ладно, ребят, пожалуй, пойду в бой. А я пока покажу оборону нашего любимого хакер-кракера. А я покажу оборону вот Dragon03. Да уж. Сейчас мы посмотрим. Чья лучше, блин. И не думайте, то, что у него там, блин, самое легкое. Кстати, его... Скажите, что это там играли еще кто-то. Нет. Да ладно, скажи. Да ладно, у меня даже родители знают эту игру. Да. Его мама играла, и там это... Объяснять не надо. Да. Ну вот у нас тут начинается уже сразу... Жесть у него. Да, а у него... Блин, ну ты нафига сюда огра? Вот только это я ради эксперимента. Что будет? Ой, я жизнь тебе установил. Типа, выживешь ли противник? Проходим шипы просто, нафиг. Помогите! Меня убили! Да, ему же, как вы видите, уже капец. Ну да. 40-й, блин, 42-й, блин, уровень. Если хотите посмотреть на то, как он проходит мою оборону, то заходите к нему на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Да, ребят, как вы помните, я еще в предыдущем видео делал, ну... Давай быстрее. Говорил о его канале, чтобы вы подписались. У него уже 11 подписчиков. Кстати, ребят, кто не смотрел видео, она вышла 4 дня назад. Шок-парень переозвучил Наруто за 10 минут. Ну, я думаю, уже все знают. Да, там 4 минуты. Ну, в общем, тут у меня улучшается лучник. Вот такие у меня войска есть. Морозилка, горгулья, пушка, пиромант, мумия, арбластер, оборотень. А у меня тут есть рыцарь, лучник и пока что паладин. А мне нужно, чтобы получить огра, нужно доступ соберите 3 короны в подземелье покой чудища. Господи, зашибись ты читаешь, однако. С собой следи лучше. Так. Так, что у меня? Инста войска, если. О, ну сейчас секунд. Все, ворота у нас открылись. А у тебя есть мои инста войска? И заходим, да. Не останься. Собери пищу с первым. И на первым еще немного пищи. Давай соберем урожай. Я могу. Да уж. Литература это не твое.
Кстати, ребят, кто не знает, Влад выпускает видео каждую неделю, да? Минимум каждые 4 дня. Ну. Так, что мне нужно? Итак. А что у меня? Монетка. Короче, так, все собираем. Теперь я могу сюда зайти. Вот, у меня пингвинчик ходит. Вот, как он выглядит, какие кстати, у него ребят, показатели. Мы это еще в альянс. Я, ну, хотел вступить, заявку отправил этому. В Альфа-9. Ну, там и он есть. Меня я, там я... нет. Я в другом. Может, и в другом. Всё, я так, бести. Сюда. Если я выиграю, то мне дадут 6 алмазов. А если я сейчас когда-нибудь доберусь, то мне дадут 500. Да, там же это, когда эти подземелья, когда ты открываешь, ну, у тебя следующие уровни. Когда ты находишь... Там алмазы увеличиваются. Так, разрушаем. О, да, когда ты находишь подземелье там, где дают алмазы, там сначала будут первые 10 увеличиваться. Это пока у нас по одному алмазу, а потом уже пойдут 25, 50, 100, 250 и так далее. Это тоже на изи. А вот мы и добрались. Вот следующая пещера. За ней сразу же идет пещера алмазов 25, там 1000. Давай, мы сможем. Все. Кто хочет... Вот 3 короны собрал. Кто хочет, чтобы мы играли вместе? Я уровень повышу, ты забери. Да, кстати, вот когда у него уровень повышается, у меня по 20 ваунчеров выпадает. Ну да. Вот это вот, потому что он у меня в друзьях. Вот. И что тут дальше? А, все, теперь я могу двигать. Так. Чё ты там охаешь? А, это тип... А, это ты типа сейчас прокопался, понятно. Пока что я не пойду. Мне надо кое-что посмотреть. Чё ты там делаешь? Чё хочешь сделать? Вот, кто хочет ко мне в друзья вводить вот этот вот код, который в самом низу. Смотри, у нас... И? О-о-о, отлично! Стой, меня что, в альянс приняли? Или кто это? Смотри, у нас гости, похоже, это старая женщина, вот. Та самая бабуля. О-о-о. У него торговщица появилась. Вот, о, плащ. Бесплатно. Не надо. Не надо. А чё редкие предметы? Нет, там вообще мало шансов. О, мне, может, кольцо купить? Кольцо это обычное, блин. Ого, новый предмет. Отправляйся в тронный зал и добавь его в снаряжение. Это типа плащ? Так. Да ладно, плащ. Снарядить. Ну да, он такой прикольный. Смотри, что мы нашли в глубоком подземелье. Редкие и очень ценные жемчужины. Теперь мы станем еще могущественнее. Кстати... О, мне еще прибавили на несколько. Кстати, кто не знал, я вот в таком вот альянсе. Flaming Phoenix. Феникс. Можете вступать. Да. Будем рады. Все, я понял, что я хотел. Так, мне должны его продать. То есть, да. Так, минуточку. Попробуем сейчас сходить в бой. Тут написано, что получить доступ, соберите 3 короны в подземелье. Во. А, это подземелье вот это.
там. Ну, я там не был. Ну, ты не дошел до этого. Ну, как бы, да, там. Так, что, прочитал? Так, ну, вот я прокопался. Стой, а куда мне надо? Это прям сюда, сюда. Вы что, издеваетесь? Это до скольки мне копать? Вот. Мне зачем он это платит? Ну, это для него, мне кажется, не то. Да не особо, не знаю, что. Я особо-то и легко. 7 изумрудов за 2 минуты. Майнкрафт переиграть. Да уж. Хотя какие самоцветы? Эти кристаллы. Вообще-то это самоцветы. Ну, в принципе. О, ребят, мое дело. Вот этот зеленый, как сказать, он это помогает еще таранить. Таранить, блин. Да. Ну, что же можно это? Вот, лучше высадочка здесь. Так, погнали. Паладина вызываем. Это мы на изи выносим. Все, вынесли. Так, сейчас победим. Я зашел в угол, чтобы меня не видели противники. На изи. Блин, у меня секунда остается. Так, это разрушаем. Так, плюс 10 кубков, это мы 106 медалей, 3 удара. И 245 тысяч. Неплохо. Так, сундуки вызываем. Это нам не надо. Что тут было? Это мы на изи разносим. Ну да, сначала всегда легко. Ну да. А там уже дальше начинается прям эпик. Пропустить. О, палочка. О, стоп. Че, сейчас будешь доходить, да? Не, я пойду уже... Так, в лиге я на каком месте? Я сейчас сюда, может, прокопаюсь. Мне кажется... Не, я лучше подземелье буду проходить. Хотя, можно и с другими подраться. Стой, а можешь проверить, может, у меня лагнят добавили? Ну, можешь проверить, на самом деле. Я забыла уже, куда заходить. Так, войны Альянса. Чё по войнам? Через 3 часа закончится нападение. И, как видите, мы пока выигрываем. Они на нас напали. Мы... как бы побеждаем. И вот вторая война. И тут я... не добавили тебе. Ну, значит, понятно. Так, что у меня тут? Тут мы тоже выигрываем. Разрушитель. Значит, через ближайшие 3 часа у нас будет плюс 2 ячейки. О, ваунтер. Вот это вот. И вот это вот. Я могу кладбище купить. Зашибись, блин, в кладбище. Так, нет, награды. Мне больше не нравится. Блин, еще немного бы я бы уже сундуком бы забрал. Блин, ничего себе оборону. Пойду-ка я в атаку, атакую. Всем привет, друзья! С вами снова я, Dragon03. И сегодня... Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Хакер Гракер. И сегодня мы играем... В Royal Revolt 2, да. Да. Что у нас сегодня? Так, я, пожалуй, лучше вебку отключу, то, что мешать будет. А в этой игре можно... Что тут можно делать? Строить свой замок, как бы, как видите. Улучшать здание, вот, например. Кстати, ребят, посмотрите, какой у него уровень, 42-й. Да, вот у меня 42-й уровень. Тут можно улучшать тронный зал. А, тут делать можно свое поле Альянса. Битвы. Тут можно делать свое поле битвы, типа. Это тут не Влад соорудил. В общем,
Тут можно свою оборону улучшать. Короче, как развиваться бы, нужно. Чтоб никто не проник. Вот, это, вот такой я. У меня типа еще мишка есть. Тут можно сражаться. У меня свой, вот я свой профиль зашел. С противниками. Есть. Кстати, ребят, у меня какое-то классическое кольцо, не знаю, что это такое. Ладно, ребят, пожалуй, пойду в бой. А я пока покажу оборону нашего любимого хакер-кракера. А я покажу оборону вот Dragon 03. Да уж. Сейчас мы посмотрим. Чья лучше, блин. И не думайте, то, что у него там, блин, самое легкое. Кстати, его... Скажите, что это там играли еще кто-то? Нет. Да ладно, скажите. Да ладно, у меня даже родители знают эту игру. Да. Его мама играла, и там... Объяснять не надо. Да. Ну вот у нас тут начинается уже сразу... Жесть у него. А да, у него... Блин, ну ты нафига сюда огра? Вот огра это я ради эксперимента. Что будет? Ой, я жизнь его остановил. Типа выживешь ли противник? Проходим шипы просто, нафиг. Ааа, помогите! Меня убили! Да... Ему же, как вы видите, уже капец. Ну да. 40-й, блин, 42-й, блин, уровень. Прошли против 7-го. Пора же ему. Если хотите посмотреть на то, как он проходит мою оборону, то... Заходите к нему на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Да, ребят, как вы помните, я еще в предыдущем видео делал, ну... Давай быстрее. Говорил о его канале, чтобы вы подписались. У него уже 11 подписчиков. Кстати, ребят, кто не смотрел видео, она вышла 4 дня назад. Шок-парень переозвучил Наруто за 10 минут. Ну, я думаю, уже все знают. Да, там 4 километра. Ну, в общем, тут у меня улучшается лучник. Вот такие у меня войска есть. Морозилка, горгулья, пушка, пиромант, мумия, арбластер, оборотень. А у меня тут есть рыцарь, лучник и пока что паладин. А мне нужно, чтобы получить огра, нужно доступ соберите 3 короны в подземелье покой чудища. Господи, зашибись ты читаешь, однако. С собой следи лучше. Так. Так, что у меня тут? Инста-войска. Если... О, ну, сейчас, секунду. Все, ворота у нас открылись. А у тебя есть мои инста-войска? И заходим, да. У меня остались. Собери пищу с первым. И на с первым еще немного пищи. Давай соберем урожай. Я могу. Да уж, литература это не твое. Кстати, ребят, кто не знает, Влад выпускает видео каждую неделю, да? Минимум каждые 4 дня. Ну, так, что мне нужно? Итак. А что у меня? Монетка. Короче, так, все соберем. Теперь я могу сюда зайти. Вот, у меня пигмевинчик ходит. Вот, как он выглядит, какие кстати, у него ребят, показатели. Мы это еще в Альянс. Я, ну, хотел вступить, заявку отправил этому... В Альфа-9. Ну. Там и он есть. Меня там нет. Я в другом. Может, и в другом. Всё, так, бестии. Если я выиграю, то мне дадут
6 алмазов. А если я сейчас когда-нибудь доберусь, то мне дадут 500. Да, там же это, когда эти подземелья, когда ты открываешь, ну, у тебя следующие уровни. Когда ты находишь... Там алмазы увеличиваются. Так, разрушаем. О, да, когда ты находишь подземелье там, где дают алмазы, там сначала будут первые 10 увеличиваться. Это пока у нас по одному алмазу, а потом уже пойдут 25, 50, 100, 250 это и так далее. Это тоже на изи. А вот мы и добрались. Вот следующая пещера. За ней сразу же идет пещера алмазов 25, там 1000. Давай, мы сможем. Все. Кто хочет... Три короны собрал. Кто хочет, чтобы мы играли вместе? Я уровень повышу, ты забери. Да, кстати, вот когда у него уровень повышается, у меня по 20 ваунчеров. О, вот выпадает. Ну да. Вот это вот, потому что он у меня в друзьях. Вот. И что тут дальше? А, все, теперь я могу двигать. Так. Чё ты там окаешь? А, это тип... А, это ты типа сейчас прокопался, понятно. Пока что я не пойду. Мне надо кое-что посмотреть. Чё ты там делаешь? Чё хочешь сделать? Вот, кто хочет ко мне в друзья вводить вот этот вот код, который в самом низу. Смотри, у нас... И? О-о-о, отлично! Стой, меня что, валерьян спинили? Или кто это? Смотри, у нас гости, похоже, это старая женщина, вот. Та самая бабуля. О-о-о. У него торговщица появилась. Вот, о, плащ. Бесплатно. Не надо. Лучше сразу чуть-чуть. Не надо. А чё редкие предметы? Нет, там вообще мало шансов. О, мне, может, кольцо купить? Кольцо это обычное, блин. Ого, новый предмет. Отправляйся в тронный зал и добавь его в снаряжение. Это типа плащ? Так. Да ладно, плащ. Снарядить. Ну да, он такой прикольный. Смотри, что мы нашли в глубоком подземелье. Редкие и очень ценные жемчужины. Теперь мы станем еще могущественнее. Кстати... О, мне еще прибавили на несколько. Кстати, кто не знал, я вот в таком вот альянсе. Flaming Phoenix. Феникс. Можете вступать. Да. Будем рады. Все, я понял, что я хотел. Так, мне должны его продать. То есть, да. Так, минуточку. Попробуем сейчас сходить в бой. Смотри. Тут написано, что получить доступ к себе 3 короны в подземелье. Во. А, это подземелье вот это вот там. Ну, я там не буду. Ну, ты не дошел до этого. Ну, как бы, да, там. Так, что, прочитал? Так, а, ну, вот я прокопался. Стой, а куда мне надо? Это прям сюда, сюда. Вы что, издеваетесь? Это до скольки мне копать? Вот. А, мне закрыли эту плату, и что? Ну, это для него, мне кажется, не то. Да не особо, наконец-то. Мне кажется, это легко. 7 изумрудов добыть его. Еще макеты. Еще макеты. Майнкрафт переиграл. Да уж. Хотя, какие-то макеты? Какие-то кристаллы.
Ракета это самоцветы. Ну, в принципе. О, ребят, мое дело. Вот этот зеленый, как сказать, он это помогает еще таранить. Таранить, блин. Ага. Ну, что же это? Вот, лучше доски здесь. Так, погнали. Паладина вызываем. Это мы на изи выносим. Все, вынесли. Так, сейчас победим. Я зашел в угол, чтобы меня не видели противники. На изи. Блин, у меня секунда остается. Так, это разрушаем. Так, плюс 10 кубков. Это мы 106 медалей. 3 удара. И 245 тысяч. Неплохо. Так, так, сундуки. Вызываем. Это нам не надо. Что тут было? Это мы на изи разносим. Ну да, сначала всегда легко. Ну да. А там уже дальше начинается прям эпик. Пропустить. О, точка. О, стоп. А, точка. Че, сейчас будешь доходить, да? Не, пытаться я дойти? Пойду уже... Так, в лиге я на каком месте? Ну, я сейчас сюда, может, прокопаюсь. Мне кажется... Не, я лучше под землей буду прокопаться. Хотя, можно и с другими подраться. Стой, а можешь проверить, может, меня в альянс добавили? Ну, можешь проверить, на самом деле. Я забыла уже, куда заходить. Так, войны альянса. Чё по войнам? Через 3 часа закончится нападение. И, как видите, мы пока выигрываем. Они на нас напали. Мы... как бы побеждаем. И вот вторая война. И тут я... не добавили тебе. Ну, значит, понятно. Так, что у меня тут? Тут мы тоже выигрываем. Разрушитель. Значит, через ближайшие 3 часа у нас будет плюс 2 ячейки. О, ваунтер. Вот это вот. И вот это вот. Я могу кладбище купить. Зашибись, блин, в кладбище. Так, не, награды. Мне больше не нравится. Блин, еще немного бы я бы уже сундук бы забрал. Эм, ничего себе оборону. Пойду-ка я в атаку атакую.